Я так близок, так близко. Эта крыса будет командовать моими войсками, когда я буду командовать миром. Надо собраться. Мы ближе, чем когда-либо. Быстрее, орлы. Доктор Квотекс не готов. Что же он будет делать? Fail you again. Capture him! Готовьте самку крысы. Вот, собственно, вы видели предысторию Крэша, с чего, собственно, начался весь замес. Итак, здравствуйте, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить игру Crash Bandicoot. В общем, как вы видели, Crash применил 11-й прием карате и слинял от доктора Квотекса, или как-то так его зовут. Ну а подружку решил спасти, как бы отдохнув как следует, поднабравшись сил. Ну, все правильно, в общем. Так что вот, собственно, с этого все и началось. Ой! Так, вон там я вижу жизнь. Ну, в принципе, понял, как ее взять, но первая попытка не удалась. Сейчас будем пытаться... Ой-ой-ой. Перепрыгнуть. Опа! Ух ты! Есть! Со второго раза получилось. Хорошо. Так, что у нас еще тут с этим сундуком? Ну, что-то как-то... А, перепрыгнуть назад, все ясно. Я просто, когда первый раз запускал игру, я вообще забыл вообще устройство, скажем так, игр на первой Соньке. Во всех же практически играх раньше делали вот в начале такую вот киношечку, заставку, где чуть-чуть сюжет, ну, начало, так скажем, объясняется вообще в практически любых играх, с чего вообще все началось. Вот, и зачем это все нужно. А тут запустил второй раз игру, и смотрю, там появилась заставка. Ну, долго не нажимал старт, поэтому вот добавил это видео только в эту серию. Так, ну, смотрю, структура уровня этого совсем другая. Это, опять же, вот плоский уровень, но тут уже такие... Ух ты! Ой-ой-ой, косяка упорол. Вот, что это за кирпич такой прозрачный? В общем, жду подсказок от вас очередных насчет вот этого вот прозрачного куба, непонятно. Так, ну смотрите, жизнь удалось взять, а вот это вот... Я так понял, это бонусный уровень еще какой-то дополнительный. Но что он дает, непонятно. Опять же, мне один из подписчиков про это написал, что гораздо более сложные уровни, бонусные вот эти, когда три рожи собрать этого вот помощника доктора Квортекса. Но в чем там фишка, не ясно что-то. Как-то. Так, ага, вон еще одна жизнь, но ее, судя по всему, вот с этого бережка надо брать. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Ну вот я так и знал. Попробуем, и сначала надо потратить жизнь, чтобы жизнь, собственно говоря, взять. Любишь кататься на саночках, люби их и возить. Так, ну-ка. Зашибись, ну, великолепно. Чтобы взять одну жизнь, потратили две. Уже. Не факт, что все этим еще и ограничится. Ну вот такой вот я, имба-игрок. Блин, вот эти летучие мыши тут еще очень портят впечатление. Ай-яй-яй. Да, еще и яблоко не взял. Так, блин, ящерица. Так, и она не сдохла от моего ураганного спецприема. Плохо.
Так. Как же с тобой здесь... Да что ты будешь делать, а? Так, уже две жизни еще и на ящерице слили. Но уровни действительно усложняются. Чем дальше, вот этот уровень прям такой уже. Новые препятствия здесь. До этого, в принципе, многое что повторялось. Если не считать хряка. На хряке мне, конечно, просто понравилось. Угарно так. Да. Ну, ё-моё. Судя по всему, ящерица ядовитая. От одного прикосновения... Крэш просто сразу вырубается. Ну, либо, может быть, боится еще. Так, вот она опять здесь. Блин, теперь уже запрыгнуть не могу. Так, ну и чё? А, я жал на кнопку урагана, ё-моё. Чё-то он не стал кружиться. Устал, наверное. Тоже правильно один из подписчиков сказал, что управление тут такое. К нему надо прям привыкать. Вроде бы, чё тут... С одной стороны, мультяшка какая-то, да, а управление достаточно такое. Специфическое. Да ну нафиг! Опять не подрасчитал. Блин, я сейчас все жизни на этой ящерице солью. Прям уже как босс какой-то. Босс-файт получается с ящеркой. Блин, вот бывает же, попадется какое-то место. Вроде там ничего особо сложного-то и нету. Но хочется же и ящики те взять. Чё их оставлять, если можно прихватить с собой. И вот тут с этой ямы, блин, выход такой. Сразу на эту ящерицу. Что эти мыши летучие. О, есть, неужели? Так, главное не сдохнуть. О, смотрите, чекпоинт. Оставалось рукой подать. Ой-ё. Чуть прыг... Короче, понятно. Ящерица тут это... Что-то непроходимое вообще. Ой, там жизнь есть. А, ее с ящерицы надо было брать. Ладно, фиг с ней. Так, тут, блин, уже надо... Подгадывать, как оно тут. А, во, просто пробежать. Так, там ничего нету. Ой. Да, блин. Башкой ударился. Последние мозги сейчас вышибем. Крэшу. Но судя по заставке, я так понимаю, действительно, вот таким его разумным как бы сделал вот этот вот доктор. То есть, с одной стороны, ему даже Крэш должен быть благодарен как бы ему. То есть, злодей тут как бы такой. Ну, он, конечно, злодей, но он и, видите, добряк такой сделал ему. Наделил, короче, разумом. Нашего главного героя. Не все так однозначно, друзья мои. О, жизнь, отлично. Столько жизни потрачено на эту ящерку. Вот. И че вот? Ну ё-моё. Вот надо вообще без всяких лишних движений.
Реально, первое прохождение это... Это боль. Во всех местах просто. Чё дает вот эти вот... Наступил я на этот восклицательный знак и чё? Так, ну здесь, в принципе, алгоритм простой. Так, похоже, вот туда вот можно зайти. Опа. Опять носорог какой-то. Ага, вон тут чё. Секрет. Так, а там ничего нету. Пустите меня! Так. О, яблочко. Оу! Качающиеся штуки. Кстати, вот в Сонике такие фиговины были, помню. Оттуда, наверное, взяли. Ой-ё! Блин! Она еще и прыгучая. Так, ну, в принципе, чекпоинт не так далеко. Так, ну, а, тут, блин, ящерица это. Это динозавр, блин. Так, а тут же еще секретик есть, точно. Забыл уже. Я думаю, таких секретов я, наверное, уже много напропускал. Просто я говорю, на первом прохождении, конечно, сложно все. Тут просто это пробежать, блин, мука. Так, и чё как... Ага, вот, ну-ка. Во. Нашли управу на неуправляемого. Так, опять мыши. Летучие. Оу, тут тоже надо тайминг подгадывать. Так, ну получится у меня с первого раза. Как думаете? Я думаю, нет. Ух, получилось. Так, 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 так. Ой, что-то я... Да. Надо было сначала подгадать. А, тут чекпоинт был, ой, хорошо. Так, и чё, как тут? Тоже тайминг разный у них. Ага, вот они тут по две, тут по одной. Зашибись, как раз подождал. В нужный момент. Ой, на краю пропасти, буквально. О, так, жизнь, жизнь, вообще, четко. Ой, хорошо, что она сюда не прыгнула, то бы опять сдох. Вот сейчас будет... О, странно, что я не помер, вроде внизу был. Так, тут опять, ага, летучие мыши, там это... Крыса ползучая. Так. Блин, а ураганом нельзя ее. Так, во, отлично. Ребята, дайте чекпоинт. А, да чтоб тебя, а. Ну это просто боль. Вот эти вот единороги. Ящерицы, блин. Сколько я жизни уже потратил на них. Тут хуже, чем босс. Ух ты, гляньте, чё? Нифига, вон как можно, оказывается. Вернуться на платформу. Вот, век живи, век учись. В натуре. А, опять получилось вопрос взять. Ладно, ну не до вопроса, короче. Главное выжить просто. В этом адском мире. Ой-ой-ой. Где все, абсолютно все, каждый сантиметр территории враждебный, направлен на вашу погибель. Ребята, дайте чекпоинт. О, есть.
Подружайка сейчас нас спасет. Главное пройти бонус уровень. Ух ты. Оу, ну спасибо тебе. Спасибо тебе, молодец, ой. Почему сейчас ее нельзя с собой забрать? И в кооперативе, прикиньте, было бы четко. Не, ну блин, такой шкодный, вообще четко. Четкий персонаж. Там тоже один из подписчиков говорит, что в третьей части ему кучу анимаций новых добавили. Правда, анимации смерти. Прям как в этом Dark Souls. Ну, тоже прикольно. Конечно, вот эти вот все ужимки его очень сильно его оживляют. Прям прикольный перс. А, опять это. Ай-яй-яй, сам же раскачал, ну ё-моё! Так, 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 спокойно. Так, чё сейчас на крайнюю прыгну? Оп! Нормально. Ещё жизнь, ну... Нормально. Так. Ого. Куда ты ускакал? Да, жесткий такой уровень. Хотя, вроде, с одной стороны, не такой уж, чтобы прям совсем. Вот больше всего что-то меня ящерицы косят. О, вот смотрите, опять этот кирпич прозрачный. Давайте-ка в комментариях мне подскажите, что с ним делать. Что-то вообще непонятно. Нафиг он нужен здесь? Может, что-то он с тем восклицательным знаком замут какой-то? Ладно. Сейчас-то уже не достанешь. О, отлично. Конец уровня. Вот два тут этих кирпича. В одном из бонус уровней тоже они уже проскальзывали вот эти вот прозрачные кубы. Что с ними делать? Ладно. Крэш, крэш. Так, это, блин, только один уровень прошли. Ну да, игра затягивается так. Уровни становятся сложнее. Древний храм. Ого. Темнота. Так. Уйо. А что меня убило? Я даже вообще не понял. Ужалил кто-то, что ли? А, ничего себе, вон там эти. Пики, ловушка, блин. Вообще не заметил. Так, вот. Блин, вот с этой перспективой, вот, если честно, непонятно. Там на этом бережку меня сразу убьет на следующем. Оп. Так, еще масочка есть. О, хорошо. Тут еще сложность вот этих уровней, что... А, вот о чем я и говорю. Глазомеру сложно привыкнуть к вот этой вот перспективе. То есть уровень, он не просто плоский, а еще есть вот эта глубина у него, и это... Ой! Змеюка подколодная. Так, о, жизнь. Это дополнительная, в общем, сложность. Вот опять тут пики. И непонятно, вот над каким они бережком... Вот тут тоже непонятно, насколько кнопку прыжка жать. Мне реально повезло сейчас, что я сюда перепрыгнул. Так, ой, хорошо. Ну, подбавляют жизни. Знают, что там я на ящерицах все истратил. О, чекпоинт, хорошо. Ага, опять кобра. Ух ты, сколько яблок. Ну, прям вообще задарили просто. Там, наверное, дальше вообще жесть сейчас будет. Опа! Ой, блин, чуть не слетел. Вообще непонятно. Ух ты. О, здесь вон они как. Тебе в рожу летят. И что, они меня заденут, если я туда пойду? Или с краешку можно пройти? Походу можно.
ладно. Так, этот падающий. Ну ё-моё, ну да, чё нам? Я и сам, в принципе, все сделаю. Даже не надо никаких падающих бережков. Я и сам, блин, как падающий бережок. О, блин, опять чуть не улетел. Аж дыхание замирает. Я говорю, те, кто шарят в этой игре, кто ее проходил, знают. Те, наверное, просто угорают с меня сейчас. Ну, ребят, что тут поделать? Я первый раз играю. Ух! Вообще не заметил, нифига себе, он паучиха какая. Хотел сверху на нее прыгнуть. Ой-ой-ой. Что это было? Там что, бережка не было? Ой. Сколько вот таких было невынужденных смертей уже? Это кошмар. Перелет. Нет, худа без добра. Сейчас жизнь возьмем за... Да, просто нет слов. Ну вот, вот она жизнь. Ну да, сколько мы штук, наверное, 6 потратили. Зато одну взяли, ну, явно в плюсе. На уровень-то, кстати, какой атмосферный. Я что-то даже вот с, ну, настолько увлекся. Уровень очень такой классный. Чем-то даже вот этот уровень прям, знаете, что мне напоминает? Ларку Крофт. Тут уже смахивает прям на Том Прайдера. И забыл про паука, блин. Надо аккуратнее. Где я тут слетел? Я так и не понял. Тут же вон огорожено вроде. Главное, зашел за ящики и... А, вон я куда. Но я говорю, тут перспектива вот эта, она... Ой-ой-ой. Так, вон там бережок, да, вроде? Куда тут идти-то? Нифига не пойму. Картинка не продвигается, если к краю подходишь. Ну вот сюда вроде, да? Да, именно туда. А, так, что, вторую жизнь возьмем? Или у меня жизни больше не хватит, чтобы вторую жизнь с яблоками взять? Не, ну уровень надо добивать. Правда, у меня там жизни совсем чуть-чуть осталось. Но уровень классный, атмосферный прям. Реально, больше всего смертей от всяких недолетов, от перелетов, от каких-то просто, что чуть-чуть не дожал клавишу, или пережал и улетел с обрыва, блин. Короче, сам себе сложности создаешь здесь. Так, прыгать здесь не надо, да? А, вон как. Тут, оказывается, все на гравитации замешано. Опа. Опять же ровни. Только уже больше. Хоть. Опа. Так, дайте чекпоинт, ребята. Я уже столько прошел. О, еще одну жизнь за соточку дали. Хорошо. Так. О, вот это да. У меня аж сердце в пятки ушло. Ага, вон они как чекпоинт сделали. Сейчас я по-любому сдохну. Ну, что и следовало ожидать, блин. Так, а дальше куда? Ага, вон бережок. Так, ребята, короче, я что-то, знаете, что думаю? Если так дальше пойдет, уровни действительно усложняются. Я, ну, столько раз тут помирал. Наверное, может, в следующий раз все-таки сначала... Это боль. Извини, Крэш. Ай-яй-яй. Извини, парень. Блин, чуть не
давило. Короче, наверное, я буду сначала уровень пробегать разочек хотя бы. И потом, как бы, ну, записывать уже второй раз перепробег. Ай, блин, вот опять на штыки. Хорошо, масочка спасла. Ацтекская. А записывать, короче, уже второе прохождение. Так, и чё тут? А, вон, скрытые яблоки. Потому что, блин, ну я не знаю, напишите в комментариях. Я думаю, все-таки с такое количество смертей, наверное, тоже вы там со смеху еще пупы у вас поразвяжутся. И я не хочу стать причиной чьей-нибудь смерти от хохота. Ай, блин, сейчас по-любому сдохну здесь. Так, тут, блин, еще усложняется. Не он... Понять бы еще куда идти. Судя по всему, по яблокам, короче. Надо ориентироваться. Да, точно, точно. Но я хоть чуть-чуть уже понимаю какие-то вот намеки игры, что ли. Одна жизнь, ребята, одна жизнь. Ай-ю-ю-ю! Она назад возвращается, ё-моё. Да, походу с первого раза этот уровень не удастся одолеть. Он чё-то такой длинный, прямо кажется, вообще. Нет! А я думал, ноль жизни уже было. Ну все, короче. Надо собраться, надо собраться. О, ребята, ну спасибо вам, спасибо. Живем. Так. Что-то тут вообще что-то жуткое. Они все движутся. Все нестабильно, все чертовски нестабильно. Ну конечно, надо же. Это классика, на последнем издыхании. Ноль жизней. Крэш, давай. Я в тебя верю. Ты мне сам должен помочь. Так, ну все. Задержали дыхание, ребята. Все скрестили пальцы. О, это хоть нормально, стабильно стоит. Хоть какая-то стабильность в этой жизни есть. А куда дальше-то, ребятки? А, ну судя опять же, блин, по яблокам вперед, да? Ну! Да, смотрите, кладезь жизни, вот это да. Целых три. Живем. Значит, можно снова дохнуть. Что мы не замедлим сделать сейчас? Еще! Вот это да. Просто задарили. Там впереди. О, впереди-то конец уровня. Да неужели? Фью, тут не просто, фью, тут такой фью, что надо, я не знаю, расслабиться, куда-нибудь в бар сходить. Ой, ребята, одолели всего два уровня, смотрите, в этой серии, поэтому давайте на этом закончим. Я аж честно вспотел. Тем более, следующий уровень вообще называется «Дорога в никуда». Это прям уже Silent Hill какой-то напоминает. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Комментируйте, выскажитесь в комментариях относительно моего прохождения. Как мне его дальше, как вам интереснее будет. Ну и, в общем, всем пока-пока. С вами был Скудер. Увидимся с Крэшем в следующей серии.